Всем привет! Добро пожаловать на распаковку бумажных сюрпризов, но перед началом я хочу порекомендовать вам подписаться на мой канал, а также на мой инстаграм, в котором я занимаюсь изготовлением деревянных значков. Значки отправляю по всей России почтой. Что ж, сегодня у нас 4 коллекции. Давайте выбирать. Из веганской еды мы сегодня выберем 3 пакетика. Я хочу открыть картошку. Арбуз. Давайте откроем арбуз. И клубничку давайте откроем. Так, из растений, плантс, у нас осталось 3 пакетика. Давайте выберем эту фиолетовую веточку. Так, из коллекции Свитербург, свитер Мейбл. Давайте выберем... Что тут у меня потекло? Давайте выберем руку номер 1. Так, и из коллекции Гарри Поттер. Давайте выберем 2 пакетика. Здесь у нас волшебная палочка, бузинная палочка, билет, жидкая удача, очки, письмо из министерства, волшебный боб, перо, тыква, дары смерти, молния и зелье. Давайте сегодня откроем зелье, самый большой пакетик. И давайте откроем бузинную палочку. Так. Потолок. Давайте откроем рандомно на любой странице. На Air Force мы закончили. Так, plants. Вот, plants. Plants мы еще не закончили. Plants растения. Давайте открывать. Здесь у нас такая веточка. Веточка номер 5. Номер 5 у нас здесь. Номер 5. Дальше. Я хочу открыть Свитербург коллекцию, руку номер 1. Посмотрим, какой свитер нам попался сегодня. Так, все. Нам попался свитер с клубничкой и очки с сердечками. Это у нас все под номером 2. Коллекция Свитербург у нас оформлена таким образом. Номер 2. Как раз у нас первая страничка будет полностью заполнена. Давайте сначала приклеим очки. Так, приклеили очки. Теперь давайте приклеим свитер. Вот так у нас получилось. Так, дальше давайте откроем веганскую еду. У нас целых 3 пакетика. Сразу откроем разворот с веганской едой. Мы уже собрали апельсинчик, яблочко, свеклу, овощную пиццу и веганское мороженое. Посмотрим, что попадется нам сегодня. Давайте откроем первым картошку. Здесь нам попалось печенье. Печенье под номером 13. На последней страничке. Вот здесь. Американское печенье с шоколадом. Приклеиваем.
Давайте следующий пакетик. Давайте откроем с клубничкой. Здесь у нас зеленый перчик болгарский. Перчик под номером 3. Под номером 3 у нас вот эта ячейка. Это страница у нас овощей и фруктов. Так, и последнее. Это пакетик с арбузиком. Здесь нам попалось овсяное молоко Oat Milk. Овсяное молоко под номером 10. Вот здесь вот. Такое вот овсяное молоко. Так, следующее и последнее. Последнее. Это два пакетика у нас осталось по Гарри Поттеру. Давайте откроем разворот Гарри Поттера. Вот он, разворот с Гарри Поттером. Давайте первым откроем бузинную палочку. Мне очень нравится, как я ее нарисовала. Получилось очень красиво. Давайте открывать. Здесь что-то длинное у нас лежит. Очень длинный сюрприз. Наклеечка. И это метла. Волшебная метла. Метла у нас под номером 1. Под номером 1 вот здесь вот. В прошлом видео мы собрали, нам попалась сова. В этот раз нам попалась метла. Давайте посмотрим, что же у нас в самом большом пакетике, в котле с зельем. Кто же у нас здесь лежит? Здесь у нас лежит кто-то под номером 11. И это Гермиона. Так, номер 11 у нас здесь. Гермиона Грэнджер. Ну что ж, на этом все. Мы открыли все пакетики. Всем всего доброго, всем пока.